слишком поздно лег сегодня рано встал. Я вчера слишком поздно лег, я почти не спал. Мне, наверное, с утра нужно было пойти к врачу. Теперь электричка везет меня туда, куда я не хочу. Электричка везет меня туда, куда я не хочу. Электричка везет меня туда, куда.
Но
троллейбусе, который идет на восток. В троллейбусе, который идет на восток. В троллейбусе, который... Видно.
и вроде жить не тужить. Так откуда взялась печаль? Thank you.
утром ты стремишься скорее уйти. Телефонный звонок, как команда. Вперед, ты уходишь туда, куда не хочешь идти. Ты уходишь туда, но тебя там никто не ждет. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты.
пришла зима. Мы заходили в дома, но в домах шел снег. Мы ждали завтрашний день, каждый день ждали завтрашний день. Мы прячем глаза за шторами. Пасет облака.